пришел опять на вчерашнее место на это. Тут как раз вот здесь ямка. Тут вчера я погибнул. Тут как раз видно, что какой-то здесь сарайчик стоял или что. Начнем прямо отсюда копать. Что будет интересное, покажу. Блин, ребят, хороший сигнал такой был. И кажется, там кусок плиты чугунный. Сейчас на штатив поставлю, покажу. Блин, я сегодня еще и перчатки забыл, как и вчера. Опа, из кирпича. Да, чугунявая плита была. Кирпич сплошной, бля. Все бьет. Сейчас откопаю, покажу. Не, мужики, там среди кирпичей жестянка. Жестянка нафиг она вон кругом валяется. А кусок плиты хороший такой. Заберу на обратке. Или не, лучше сразу положу, потому что потом не влезет. Короче, тут покопал, ребят, вон одна жесть здесь кругом. Банки консервные. Что-то здесь хреновое какое-то местечко. Пойду дальше. Отошел 8 метров, сигнал хороший. Ну и тут такая вот арматурка. И еще кусок плиты. Ну все, ставлю сейчас вот сюда рюкзак, где я копал вчера платы. И будем платы искать в этой траве. Кто-то тут копал, пил и закусывал. Ну, стаканчик, лопата, кости. Ну и тут жестянка какая-то. Ну, жестянку я доставать не буду. Так хорошо звенело. Колокольчик велосипедный. Еще даже вон и лапка есть. Все дела. Был сигнал такой. Хороший, думаю, ну, наверное, опять банка какая-нибудь консервная. Копнул, нету. Присмотрелся. Монетка лежит. Только я еще не вижу, какая. Била в сетнину. С корешками еще. Так, фокус бежит. Сейчас от грязи очищу, посмотрю. Ребята, ага. Монета, ё-моё. Советы. Жаль, конечно, что не ранние. 5 копеечек. Пыхтачок. 79-й год. Нормально. Может, потеряшка. Может, нет. Но улов есть. Где моя хабарница? Сейчас достанем. Хабарница сухая вся. Надо хоть снежку туда положить чуть-чуть. Ну и сюда пыхтачок. Пусть отмокает. Ну, в принципе, у него сохран и так хороший. Но будет еще красивее.
Ну все, сколько раз сюда ходил, монеток нет. А тут хотя бы поздние советы нашел, и то радуюсь. Вон, походу, душка от кровати стоит, спилим. В этой же яме бил сигнал цветной. Я давай дальше копать, думаю, может здесь рассыпушка. Да и хрен там. Тут, блин, у нас бочки. Обод ржавый. Я его даже доставать не буду. Вози, много толку нет. Сейчас по этим бугоркам похожу. Может, тут сдвигали как-то что-то. Поищем, походим. Вон на корпусе от аккумулятора дворник нашел. Походу, может быть, из нержавейки. Нафиг, неохота с ним возиться. Там железки еще в нем. Разбирать его надо. Надежда была, что здесь аккумулятор. Ладно, походим. Вот здесь что-то, какой-то сарай здесь был. Вон жестянка, вижу, столбики. Ладно, ходим. Копнул. Косточка. И вот такая вот древняя спинка металлическая от санок. Чисто железная. Копилку. Был цветной сигнал. Думал, опять какая-нибудь баночка. Гоша, тихо. А тут на тебе. Алюминиевый такой. С гвоздем. Видать, что-то скрепляли, оббивали. Ну, цветнинка. Копилочку, конечно. Кое-как выковырял из кирпича здесь. Уже хожу тут, наверное, минут 40. Одна жестянка кругом. И тут, пожалуйста, вот такая вот чугунинка тоже. Тяжелая собачка. Нормально, еще побегаем. Все, бегаю здесь по этим буграм. Сигналов очень много. Но жесть в основном одна. Ну и вот тут чуть-чуть попалось. Гвоздь ржавый. Ладно. От раскладушки железная защелка. Так. Такая трубочка. Алюминиевая раскладушка здесь была. Вот от нее и защелка. Ну и вот это кусок. Я не знаю, печной, наверное, или нет. Но тяжелый. Ладно, еще походим. Ну вот. Можно и чайку попить. Все дела. У меня, помню, когда-то такой-то был. Еще при совке. Ай. Брошу в кучу сегодня. Можно сказать, все легкое. Так что его тоже заберу. Что-то, ребята, надоело мне это копать. Это мелочь. Вон, кастрюлька вчерашняя висит. Ничего путевого не попадается интересного, блин. Только 5 копеечек. И все. Остальное все всякий хлам. Не знаю. Похожу еще. Перекурю только. А может, туда вон пойду. К тому бревну. Только я, ребятки, хотел сваливать уже. А тут дед хабар не отпускает нифига. Бахнет тут первая такая петля. Здоровая. Выпрыгнула. Потом это штырь. Как я на буровых копаю, буровой даже, вон. И пятак на нем. С резьбой. Такой вот маленький тоже штыречек с резьбой. Но литое все. И все, мне теперь перехотелось домой идти. Сейчас кучку отнесу и буду дальше копать. Что-то все на одном месте вот здесь. Тут же рядышком. Среди кирпичей такая шайба. Толстенькая, хорошенькая. Арматурина здесь в этой ямочке вон. Но что-то она длинная, мне влом ее копать, честно говоря. Похожу еще так, попикаю.
не понять, что я. Вон шланга кусок. И вот такую вот хреновину выкопал. Че такое, представление не имею. Ой, что дождик начинается уже. О, ребят, смотрите, здесь под кирпичами какой хабарок выкопал, а? По сравнению с металлоискателем. Уголочек такой алюминиевый, толстенький. Ух, нормальная штуковина. Вот это да. Ну не хочет дед хабар отпускать, а? Все подкидывает что-нибудь. А так да подкидывается, что я не унесу. Сегодня без машинки. Бью металлоискателем цветной сигнал. Длинный такой. Думаю, опять что ли уголочек алюминиевый. Раз, лопаты нету нифига. Смотрю, шнурок торчит. Медный. Потянул. И в итоге вот что вытянул. Медяшки немножечко. Ну, в копилочку пойдет. Бьет сигнал такой хороший. Сигнальчик. Бах-бах. Ну, ржавчина бьет цветнину. Докапываюсь, а это вот эта вот труба, она здесь под землей вот сюда выходит. Ну, я ее на черный день оставлю. И вот еще могу предложить. Такой шикарный штиблет. Вы посмотрите. Кирзач во мху. Ну, таких ни у кого нет точно. Жаль, пары нету здесь. Второго такого. Походу, ребята, вот здесь труба идет. Потом входит вон там в чугунную трубу. Может, здесь слив был или что. Но факт то, что, блин, у меня уже сил нет копать. Уже так накопался. Похожу, мелочь поищу. Может, цветинка перепадет еще. Жестянку вот такую вот нашел. Ну, где-то метр проволоки медной отсюда сейчас вытянул еще. Намотал к моей маленькой катушечке. Но эту жесть я брать не буду. Буду бегать цветнинку искать. Так хорошо в этой ямке било цветниной. Это вот такой уголок. И в нем что-то там запрессовано. Короче, там хрен достанешь. Оставлю его. Ну и колючая проволока здесь еще. Вон колючка. У нас же здесь и зоны, и все на свете было. ГУЛАГ. Еще помойка тут сплошная. Ну, а здесь поселок был. Хрен знает, кто тут жил. Ладно, еще побродим. Вроде как дождик кончился. Ну, ребят, чего не ожидал здесь найти, так это вот вот такую вот здоровую железнодорожную подкладку. Не помню, она 7, кажется, килограмм весит. Так, пожалуй, это заключающая находка. Плат, жаль, я сегодня не нашел. Собираюсь и до дома. Всем пока и всем удачи. Встретимся на копе. На рыбалку рано, вода большая. Наверняка, если река пошла, еще не видел. Все, всем пока и всем удачи.